Итак, дорогие друзья, всем добрый день. Добрый день. С вами снова на связи Доминикана. У нас сегодня заключительный прямой эфир из отеля Доминиканы. Он у нас будет проходить в отеле Лапесан. Сзади меня прекрасный Атлантический океан, прекрасный пляж, на который мы с вами в конце своего рассказа я спущусь и покажу вам, собственно, сам пляж. Ну, вот можете уже наслаждаться нашим прекрасным океаном. Друзья, сейчас я подожду немножечко, пока все подключатся. Прям минуточку, и мы с вами начнем. Минуточку подождем. Меня просто тут не отражаются, а подключаются все или нет. Но давайте потихонечку начинать. Итак, друзья, кто меня еще не видел, меня зовут Анна. Я коммерческий директор компании Майка Ривен, которая принимает ваших дорогих клиентов в Доминиканской Республике. Пару слов о нашей компании. Хочу вам сказать, что все ваши туристы находятся в надежных руках. И с момента их прилета в Доминикану мы их забираем с ними 24 на 7 на связи, чтобы они как можно меньше беспокоили вас. Все вопросы мы решаем с ними здесь. Там, ну, какие-то у них возникают, у них почему-то всегда привычка звонить вам. Вот мы хотим вас от этого оградить, чтобы вы отправили своих туристов и были абсолютно спокойны. Еще раз повторюсь, друзья, сегодня у нас прямое включение из отеля Лапесан Коста Бавара. Этот отель у нас в Доминикане существует не так давно, ему всего 3 года. Открыт он был в 2020 году. На месте отеля был у нас такой отель Ифа Вилла с Баваром. Но это была такая четверка, а этот отель Ифа была полностью снесена и был построен в Лапесан. То есть это совершенно новый отель. И вот за эти 3 года, на самом деле, этот отель настолько полюбился вашим клиентам, вообще он фаворит всегда в рекламных турах, всем агентам очень нравится, и мы его очень любим на самом деле. Отель очень-очень достойный и достойный внимания. Кстати говоря, очень много даже уже повторников в этом отеле. То есть люди, вот совсем недавно у нас были гости, которые, еще не закончив свой отдых здесь, уже забронировали себе еще один номер на март месяц. То есть отель на самом деле классный. И такой немножечко спойлер, в ближайшее время, ну, готовится проект, ну, ближайшее это такое относительное, здесь еще будет строиться один отель, который на второй линии, потому что территория отеля огромная, сам отель Лапесан находится на первой линии, сразу у нас, видите, пляж, а вот также будет еще отель, который будет входить в эту цепочку, но он будет как бы немножечко за вот этим отелем, то есть он будет немножко на второй линии. Итак, друзья, важные моменты. Сегодня обращу внимание на важные моменты при бронировании отеля Лапесан. Ну, во-первых, Лапесан у нас состоит из 3 отдельных секций. Самая базовая секция – это резорт, то есть это обычный семейный отель Лапесан. Туда входят номера Junior Suite Tropical, Junior Suite Pool, Junior Suite Swim Up и Junior Suite Ocean. Следующая секция – это у нас секция Adult Only. Друзья, здесь важно обратить внимание, что это только секция, только для взрослых. То есть на территории отеля в целом потоки гостей смешиваются. И нет вот такой изоляции, что это вот там какая-то отдельная зона отеля только для взрослых. Да, здесь есть некоторые зоны только для взрослых. У них есть свой бассейн, у них есть даже в ресторанах, в буфетах отдельный зал только для взрослых. У них есть свой ресторан, Асадор. Называется это мясной ресторан, куда допускаются только взрослые, только 18+. Вот, но вот в целом потоки гостей на территории смешиваются. И третья зона, на которую хочу обратить внимание, которая есть в отеле, она называется Unique. Все номера, в которых в приставках вы видите Unique, это значит, что эти номера клубные. Что такое клуб Unique? Клуб Unique – это самые лучшие номера в отеле, у них приоритетная локация. У них тоже есть такое, тоже они там Unique Junior Suite Tropical, Unique Junior Suite Pool, Unique Junior Suite Swim Up, Unique Junior Suite Ocean, и еще есть такой Corner
Unique Corner, One Bedroom, Ocean. Это все вот входит в такую секцию Unique. Какие привилегии есть у клиентов Unique? Итак, у них отдельный ресепшн для заселения и выселения. У них есть свой лаунж, где им доступны помощь их батлера. Ну, то есть батлер как бы не личный номер, но вот это более быстро будет, чем на обычном ресепшене. Плюс ко всему прочему, у них есть свои бары на территории отеля с расширенным выбором алкогольных и безалкогольных напитков. У них есть свой отдельный ресторан, который работает на завтраки и на обеды, то есть только для клиентов Юник. Там, ну, такая более высокого уровня еда, чем, допустим, в обычном ресторане. Также эти клиенты имеют преференцию в бронировании ресторанов а-ля карт и, собственно, свою зону на пляже и свой бассейн. Также по приезду им даются такие небольшие подарочки, там сумочки, какие-то вот от отеля. Вот, и это все у нас номера Юник, то есть это клубные номера. А, кстати, еще дается им доступ в гидромассажную зону спа-отелей, скидки на спа. Дается один раз такой доступ за время отдыха. Друзья, вот все эти три зоны, для них отель, собственно, сам общий, за исключением вот таких вот зон, допустим, как Юник. Ресторан Юник имеет доступ в гости только клиенты Юник. А для остальных тут, в принципе, вот они могут пользоваться всем. То есть рестораны а-ля карт вечером. Какие рестораны а-ля карт здесь есть? Здесь есть итальянский, мексиканский, мясной, американский, японский, средиземноморский. Средиземноморский, там есть лангусты, но они с дополнительной стоимостью. Сейчас стоимость лангуста $60. То есть вы когда будете видеть, что там такой доллар стоит, средиземноморский, это не весь ресторан, за дополнительную плату, а именно дополнительные какие-то, ну, то есть лангусты, допустим. Они за дополнительную плату. Друзья, что касается развлечений. А, кстати, тоже очень важный момент хочу озвучить по поводу количества кроватей в каждом номере. Вот давайте, смотрите, пройдемся по самой стандартной категории, которая называется Junior Suite Tropical. Она есть Junior Suite Tropical в резорте, есть Adult Only Junior Suite Tropical и есть в Юнике, Юник Junior Suite Tropical. То есть внутри номер будет абсолютно одинаковый. Вид из номера будет, соответственно, тропический, независимо от того, в какой он зоне находится. Но будут отличаться сервисы, да? Значит, в Адалте там вот свои, там свой бассейн, там своя зона и так далее. И в Юнике отличаться. Что касается кровати, вот в стандартных категориях, какое количество кровати может быть? Во-первых, может быть кровать King в номере, и отдельно будет стоять софа. Это не софа бед, который раскладывается, это обычный диванчик. Вот. Очень важный момент, что в отеле нет дополнительных кроватей. То есть даже если иногда там, ну, часто бывает такое, вот там поставьте дополнительную кровать для ребенка или там еще как-то, нет, в отеле вот физически просто нет этих дополнительных кроватей. Детские кроватки есть, они под запрос, то есть вы когда пишете запрос и говорите, что нам нужна детская кровать, то мы этот запрос отправляем в отель, и отель без проблем предоставляет. А что касается номеров с двумя кроватями Queen. В номерах с двумя кроватями Queen нет софы. То есть вот все гости будут располагаться, которые забронированы в этом номере, на этих двух кроватях Queen. Друзья, еще такой важный момент. Вот на сайте отеля вы зачастую видите, что на сайте отеля можно выбирать количество кроватей в номере заранее. Но это можно выбирать по тем ценам, которые есть на сайте отеля. По контракту нам такой опции не дают. То есть мы бронируем просто номер, но мы всегда можем указать примечание, что нам нужна там кровать King или там две кровати Queen. На 100% мы прогарантировать это не можем, но в 90% случаев у отеля совершенно нет никакого интереса делать нам хуже или клиентам делать хуже. То есть если есть такая возможность, они обязательно это делают. Но бывали случаи, когда отель, конечно же, там переполнен, когда высокий сезон, но просто физически нет номеров вот с нужным типом кровати. И делали так, допустим, гости приезжали, первый день у них нет такого номера, второй нет, потом они переезжают. А зачастую даже гости и не переезжали, оставались в этом номере. То есть это все решаемо. Но заранее у нас просто физически нет такой возможности по контрактным ценам забронировать тип кровати со 100% гарантией. Нет, у нас такой возможности нет. Также, друзья, хочу обратить внимание, что в отеле нет номеров Ocean Front.
Вот мы сейчас с вами в номере Ocean View, я вам его чуть попозже покажу. Но это такая локация номера очень классная. Во-первых, это высокий этаж, это пятый этаж. Во-вторых, такое вот расположение самого номера, что очень хорошо видно океан. Но не в каждом номере Junior Suite Ocean View будет такой вид. Я хочу, чтобы вы на это тоже обратили внимание. Вид на океан точно будет 100%, но он будет частичный. То есть, видите, у нас как бы вообще это как бы даже вот, как по мне, так это даже почти Ocean Front, но как бы все равно в отеле официально нет номеров с Ocean Front. И Ocean View, который вы видите за мной, он может отличаться в зависимости от расположения конкретного номера. Друзья мои, что касается концепции all-inclusive в отеле, что же здесь включено в эту концепцию? Ну, во-первых, завтраки и обеды, соответственно, в ресторанах буфета или, допустим, как у Юник, это свой отдельный ресторан для завтраков и обедов. Рестораны а-ля-карт открываются вечером на ужин. Пропал звук, да, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Надеюсь, слышно. Что я говорила про концепцию all-inclusive, да, помимо ресторанов, буфетов, ресторанов Юник, отдельного ресторана на завтрак и обед, есть ресторан, множество ресторанов а-ля-карт, которые требуют предварительного бронирования. Они доступны для всех трех зон. Они для всех трех зон доступны, неограниченное посещение. Кстати говоря, здесь есть удобная такая фишка, ты приезжаешь в отель, тебе ну, ты сам устанавливаешь, скачиваешь приложение, и ты смотришь, где в каком ресторане, там сегодня вечером есть место, куда можно забронироваться и прийти. Это, значит, что касается ресторанов а-ля-карт. Также есть перекусы в течение дня, близко к пляжу, и для клиентов Unique. Для клиентов Unique сам свой отдельный ресторан есть, а для клиентов Adult и для клиентов Resort, для обычных, да, там тоже есть ресторанчик на пляже прямо, чтобы никуда не уходить, не идти там в корпус, который рядом с ресепшеном, в основной ресторан, чтобы перекусить. То есть в течение дня перекусы тоже включены. Плюс здесь на территории есть своя кофейня с шикарным кофе, с десертами, тоже это все включено. Также есть мороженое, станция мороженого. То есть там прям классное, вкусное мороженое, можно там мешать какие-то, делать всякие коктейли и так далее. То есть это тоже все включено. Также есть ресторан фастфуда. Там бургеры, хот-доги и так далее, тоже это все включено. Плюс, друзья мои, на территории отеля есть аквапарк для детей. Для детей, ну, где-то лет до 12 будет вполне себе интересно, аквапарк неплохой, но для взрослых он, конечно, будет такой. Ну, можно там с парой город скатиться, но он, конечно, в основном для детей. Этот аквапарк, он включен тоже в стоимость. То есть доплачивать за него не нужно. Хоть каждый день ходите с детьми. Для детей что еще у нас есть? Для детей у нас еще есть детский клуб. Детский клуб очень классный, там много игр, там есть сотрудники, которые занимаются детьми, есть услуга няни, единственная вот услуга няни, она платная. Можно оставлять детей, но это платная услуга. Вот, и также даже есть Kids Club, то есть для тинейджеров, для подростков, там тоже есть настольные игры, разные консоли, игровые приставки, то есть даже подросткам будет чем заняться. Чем же заняться у нас взрослым людям, которые вечером хотят повеселиться? Что есть такого в отеле? В отеле есть, ну, во-первых, конечно же, идут вот эти рестораны. Здесь есть супер театр, оснащенный просто по последнему слову техники, поскольку отель свежий, новый, строили ну, как бы такой немецкого проекта, поэтому здесь все просто продумано до мелочей, и в том числе театр. То есть такой прям по последнему слову техники, здесь каждый вечер проходит новое шоу. Плюс есть дискотека, очень классная дискотека, тоже она открыта каждый день. Есть казино, пожалуйста. Анимация вообще в течение дня. Здесь анимация достаточно активна. То есть отель, ну как учат бачата, сальто, учат танцам, не знаю, волейбол здесь играют. Ну, то есть в течение дня вообще есть чем заняться и скучно точно не будет. Ну и, конечно же, пляж в вашем полном распоряжении. В концепции all-inclusive включены и лежаки, и полотенца, и все-все-все, это сопутствует. На территории отеля есть 6 бассейнов. Вот за мной, я сейчас вам покажу еще получше вид. За мной находится бассейн основной Infinity Pool. Вот, это самый большой бассейн внутри отеля. Так, друзья,
Сейчас вам покажу, наверное, номер. Сейчас я... Нет, вообще покажу вам вид, давайте. Сейчас я переверну камеру, секундочку. Простите, что я тут так... Пропала, наверное. Так, все. Сейчас я вам переверну камеру. Так, вижу в чате, уже слышно. Так, сейчас переворачиваю камеру. Давайте вот покажу вам отель. Смотрите, как с балкона номера. Вот это не аквапарк, то есть это просто такое... Аквапарк находится вот за этим корпусом. Вот, давайте покажу вам. Вот видите, отель зеленый, несмотря на то, что он новый. Здесь все новое. Он вот такой вот зеленый. Ухоженный, такой красивый, тропический, очень стильный. Вот видите бассейн. У нас основной, это все основной бассейн Infinity Pool. Там у нас наш океан прекрасный, белоснежный пляж. Мы с вами на него спустимся. Вот, друзья, как я уже повторилась, мы с вами находимся в номере Junior Suite Ocean. Junior Suite Ocean. Вот как выглядит этот номер. То есть вот она обещана софа. Она не раскладывается, но она вполне себе удобная для того, чтобы спать даже взрослому человеку. Потому что здесь вот эти подушечки убираются, все вот эти вот убираются. И, в принципе, уж ребенку так точно. Это у нас кровать king. То есть запоминаем, что может быть номер с кроватью king, может с двумя кроватями queen. Но если с двумя кроватями queen, уже вот этой софы не будет. Здесь будет стоять кровать. Так, что еще у нас включено? У нас включена кофеварка, кофе, собственно, вода. И есть у нас мини-бар. Сейф, естественно, включен. Это все включено. Вот так выглядит мини-бар. Здесь у нас пиво, вода, прохладительные напитки. Он бесплатный, пополняется каждый день. Так, сейчас вам покажу шкаф. Здесь есть халаты. Это, собственно, гладильная установка. Халаты, тапочки, все есть, пожалуйста. Это для стирки. Я отлично. Ну и зайдем с вами в душевую зону. Это душевая кабинка с типом, не знаю, как это назвать, типом дождя. Да. Так, и туалет. Собственно, туалет. Вот. Так, друзья, еще раз вам покажу вид, запомните его. Это номер Junior Suite Ocean. Вот с таким видом. Но опять же повторюсь, что вид не всегда конкретно может быть такой. Вид шикарный, конечно. Вот. Так, друзья, ну что, я с вами собираюсь вниз, чтобы пройтись к пляжу. Если есть какие-то вопросы, мне кажется, я максимально все рассказала. Может, есть какие-то вопросы по отелю? Вы задавайте. А я сейчас вам покажу только пляж, нам остался посмотреть. И на этом мы закончим. Ладно, пойду. Пойдемте. Сейчас, может быть, пропадет связь, потому что я буду спускаться на лифте. Здесь возможно спускаться только на лифте. Надолго пропадет, меня отключает. Смотрим там близко, близко, чтобы увидели, какой у нас здесь красивый песочек. Кстати говоря, вот многие любят отель Барсело. Я против Барсело ничего совершенно не имею. Хороший отель, но, друзья мои, обратите внимание, что этот отель Барсело не реновировался уже достаточно долгое время, то есть полной реновации такой не было. И вот некоторые клиенты говорят, вот на Барселоне такой красивый пляж. Так вот, Лапесан, он находится рядом с Барселоной. То есть вот соседний отель – это Барселона. Так, надеюсь, пропадает.
Опять там пропадает связь, поэтому мы не делали. Вам показать. Вот это, собственно, лежаки и зонтики отеля Барселона. Вот это там у нас находится Барселона, вот там соседний отель, вот там пальмочки тоже отель Барселона. Видите, какой белоснежный у нас пляж, прекрасная погода. Красивый, да. Да, вот вам привет. Очень красиво. Спасибо. Таким. Ну и так, друзья, будем, наверное, заканчивать. Если вопросов нет, то понятно. Даю насладиться океаном нашим красивым. Да, если будут какие-то вопросы, обязательно пишите. Если будет что-то сложно выбрать, не можете определиться с отелем, пишите на нашим коллегам ТПГ. Все. Расскажем. Все, друзья, всем огромный привет. Ждем вас, ждем ваших клиентов. Очень надеемся. Кстати говоря, в описании еще есть места на Новый год, так что можете успеть забронировать. Всем до новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.